Здравствуйте, уважаемые граждане Казахстана. Я мама Оксана Шевчук. Сегодня у нас дома был произведен обыск. Искали листовки и плакаты к митингу, который состоится 6 июля. Назарбаев в своей жажде сохранение власти и сохранение всего награбленного переходит все границы. То есть мать четверых детей, кормящую мать, у которой находится грудной ребенок, женщину, которая уже под следствием и находится под домашним арестом, которая соблюдала все абсолютно предписанные ей правила. Она ни с кем не общалась по телефону, она не выходила даже в магазин за хлебом. Она сидела все это время дома. Она выполняла все правила, потому что она очень дорожит своими детьми и понимает, что ей надо кормить грудного ребенка, и она не собиралась этим рисковать. Но власти не нужен повод. И не нужна причина, чтобы сделать то, что она просто хочет. У нас нет в стране законов. У нас ничего не работает. У нас просто каждый, кто хочет, тот то и делает. Вот прислали группу, чтобы они нашли листовки. 4 часа почти длился обыск у нас дома. Все перерыли, все переискали везде, ничего не нашли. И вот когда они уже ничего не нашли, тогда они просто тупо взяли и подбросили нам эти листовки. Подбросили прямо у выхода, у выходной двери. Как будто мы такие идиоты, что если бы у нас даже и были эти листовки, и мы бы их положили бы прям почти им под ноги, и никуда бы прямо мы их бы не спрятали. У нас в доме ведется стройка. И если бы мы захотели что-то спрятать, никто бы здесь ничего не нашел. Листовки лежали прямо на самом видном месте. В пустой коробке. Следователь очень быстро их нашел. Он прямо шел, как будто целенаправленно туда, к ней. После обыска в доме начали обыскивать двор. Спустились в подвал, проверили даже огород. Затем в контейнере уже на улице мой муж обнаружил пакет с шашками. Но синий дым. И сказал, что это не наше, здесь этого не было. То есть фактически муж сам это обнаружил и им показал, что это не наше. Мы потребовали, чтобы они сняли отпечатки пальцев с этого пакета из дымовых шашек. Что мы не прикасались к этому, это не наши вещи. И опять-таки все это лежало практически на видном месте возле входной двери. То есть не составляло труда взять этот пакет, просто бросить туда и все. Потому что огромное количество народу ходило, блуждало по всему дому и просто были не в состоянии проследить за всеми. То есть я хочу обратиться ко всем правозащитникам, к международным организациям. Остановите, пожалуйста, этот беспредел в Казахстане. Обратите на него внимание. Забрали сегодня под этим предлогом, подбросив листовки, подбросив шашки, забрали кормящую мать у ребенка. Звонил адвокат, ей собираются изменить меру пресечения, и домашний арест, видимо, заменят нахождением под стражей.
грудной ребенок, который еще пока самостоятельно она не кушает. У Оксаны молоко прибывает. Ей надо кормить. Но сохранить Назарбаеву свою власть гораздо важнее. А его исполнителям сохранить свои, наверное, рабочие места и копеечные зарплаты гораздо важнее, чем чисто человеческие какие-то отношения. Мы не экстремисты, не террористы. Мы очень любим эту страну. Да, мы русские. Но мы хотим жить здесь, в Казахстане, растить детей. Мы хотим увидеть свободную эту страну. Мы хотим жить в Казахстане без Назарбаевых. Мы хотим, чтобы все вернулось народу. Все, что он награбил, все должно вернуться народу. И вы, люди, кто еще дома, кому еще не пришли правоохранительные органы, вы обязаны все выйти 6 июля. Не сидите, не молчите. Когда тихо к нам по одному будут приходить и творить такой беспредел. Я сама ходила на митинг 9 июня. И за то, что не признала себя виновной, мне дали 10 суток. То есть женщины в нашей семье просто криминальные авторитеты получаются. Не молчите, пожалуйста. Не сидите дома. Выходите. Это наша страна. И мы в этой стране власть. И мы в этой стране закон. И мы в этой стране конституция. И выше народа никого нет. Алга, Казахстан. Алга, ДВК.